تابع من شروط الصلاة. سيموية وصلوية مليتة. استقبال القعبة. استقبال القبلة. استقبال مكة. Человек должен повернуться во время молитвы либо в сторону Каабы, в сторону Мекки, в сторону Кибли. Будь то обязательная или желательная молитва. Исключением является желательная молитва, когда человек в пути. Желательную молитву в пути дозволено совершать на самолете, на поезде и так далее, в любом направлении, в котором направляется тот вид транспорта, на котором ты находишься. Но это только в желательной молитве. Что касается обязательной молитвы, то ты обязан поворачиваться в сторону Кибли. Восьмое условие молитвы – это чтобы вошло время. Не дозволено совершать или будет недействительной молитва того, кто совершает ее до того, как пришло время этой молитвы. Точно так же запрещено затягивать с молитвой, пока не выйдет ее время. Девятое условие молитвы. Украшение себя одеждой для молитвы. Женщина. تستر جميع البدن إلا وجهه. Закрывает все свое тело, кроме лица. الرجل. Мужчина. يستر من السرة إلى الركبة. Является обязательным для него закрыть срамные места от пупка до колен. مع استحباب ستر العاتقين. При и желательным является закрыть свои плечи. أخذ كامل الزينة في الصلاة. А лучше это украсить себя одеждой в молитве. سواء كان يصلي في بيته أو في المسجد. Независимо от того, этот мужчина молится дома или же в мечети. Эти 9 условия мы должны учитывать до того, как начнем совершать молитву.